И последний бой в этом ходу. Ходья. Понятно, что мы побеждаем. Ну, блин, все равно страшно. Помните, как было? Кусочек тут держится из последних сил, зажимает со всех сторон. И теперь... Эх, красота. Ну что, помчались? Слушайте-ка, давайте-ка сохранимся. Мне вот интересно. А... Может, он мне сейчас... Это же у меня... Ой, это же Трандуил, по-моему, 10. О, нет, слушайте-ка. Нет, тут так легко не получится. Не-не-не, давайте-ка. Этот дракон та еще скотина. Что это за местность такая? Целая куча мостов, что-то я такое не помню. Опять же преимущество. Целая куча вышек. Это хорошо. Это всегда хорошо. Блин, вот единственная проблема Трандуила, бляха-муха, это то, что он... То, что у него нету возможности переключения на рукопашный бой. Все-таки частенько это бывает немножко неудобно. Что он дерется исключительно. Ой. Рад, ряд. Не отставай. Слушаю. Это пещерный тролль. Где? Мы освоим эту землю. Где будем строить? Что вы посоветуете? Изгнать чужаков. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать. Могильные духи! Что прикажете? Эльфы Чернолесья! Слушаю вас! Они осквернили наши леса! Ужасный лес! Где будем строить? У меня кто-то прокачался только что. Я не уверен. Брат, следуй за мной. Враг близко. Наша земля в опасности. Слушаю вас. Блин, разделились еще, черт побери. Это кто вообще? А, это брат, герой. Слушаю вас. Работа закончена. Что прикажете? Да хорошо. Люблю свою работу. Что вы посоветуете? Лагерь врага. Цельтесь точнее. Тревога. Это враги. Небо потемнеет от стрел. Постройка в наших руках. Готов защищать строителя. Никого не щадить. Город растет. Тьма сгущается. Бей врагов. Слушаю. Строитель мертв. Осторожно. Иду. В атаку. Встать в строй. Давай. Раскинет тьма. Что прикажете? Впереди их крепость. Мы освоим эту крепость. Им здесь не место. Им здесь не место. Так. Что вы посоветуете? Истребим их под корень. А сгинет тьма. Сюда, я знаю. Уберите эту скверну. Слушаю. Блин, плохо, что они эту сломали. Прекрасное место. Здесь не место. Мы готовы к бою. Они осквернили наши леса. Строители убить ухитрились, сволочи. Сгинет тьма. Это самое обидное на самом деле, что строители убили. Я жду приказа. Жди. Мы победим. Не отставай. Иду. Приближается враг. Изгнать чужаков. Они не уйдут. Вот в чем проблема, я говорю. Вон где их логово.
Защитим родные леса. Истребим их под корень. На один из Малорнов напали. Я готов. Уже иду. Рабья. Эльфы, за мной. В атаку. Следуй за мной. Цельтесь точнее. Не останавливаться. Все по местам. Не стрелять. Лучники чернолистья. Никого не щадить. Мы победим. Так близко. Нам нужна эта база. Люблю свою. Черт. Ну какого дьявола, а? Мы готовы к бою. Им здесь не место. На нас напали. Проверьте луки, все под деревья. Луки к бою! В атаку! Защитим родные леса. Истребим их под корень. Лечиться негде, вот в чем проблема. Блин, не дай бог, они сейчас сломают мне. Осторожно. Сюда. За чернолесье. Мне очень нужна эта крепость. Истребим их под корень. Очень. В атаку. Впереди враг. Иду. На один из Малорнов напали. Им здесь не место. Я знаю. Слушаю вас. Вражеские лаги. Осторожно. Разрушить. Сюда. Следуй за мной. Не отставай. Никого не щадить. Впереди враг. На Малорн напали. Раскинет тьма. Они не уйдут. На чернолесье. Готовьте инструменты. Прекрасное место. Эльфы ждут. Уберите эту скверну. Приближается враг. Истребим их под корень. Наше небо потемнеет от стрел. Пущи пламя. Эльфы, за мной. Им здесь не место. Здесь не место! Бою! Пора за работу! Враги!
освоим эту землю. Это точно. Не друзья. Я требую помощи. Отходим. Изгнать чужаков. Впереди враг. Осторожно. Разрушим. Так. Каким-то чудом держимся. Время строить. Будьте начеку. Давайте, ребятки, давайте. Вы мне единственная надежда сейчас у меня. В смысле? В чем дело? Почему штук не создаются? Враг близко. Работа закончена. Наша земля в опасности. Что будет строить? Что вы посоветуете? А, понял. А я не сразу уехал. Чё он? Мы победим! Им здесь не место! Разрушим! Уберите эту скверну! Они осквернили наши леса! Где будем строить? Где? Прекрасное место! Казармы построены! Блин, здесь гигантский просто переход, да? Эльфы Чернолесья! Что вы посоветуете? Сюда! Пора за работу! Не отставай! Иду! Внимание! Они разбили здесь лагерь! Пора за работу! Уже иду! Где будем строить? Лучники Чернолесья! Не отступать! Давайте, ребят. Осторожно, там могут быть защитники. Не дремать! Тьма сгущается. Мы работа победим! Закончена. Мы улучшили казан. Прекрасное место. Все по местам! Рушите здания! Фу. Что прикажем? Мы освоим эту землю. Истребим их под корень. Тише. Засаду. Плотнее строй. Давай. Вот эти скотина. Атакует он, блин. Внимание! Встать в строй! А ну-ка посидите тут, ребята. Работа закончена. Не дремать. Залп! Опять этот голову. Мы победим. Будьте начеку. Не останавливаться. Пофигу, мороз, ну ломится сюда и все, блин. Чернолесья! В лес!
Есть. Я готов. Враг совсем рядом. Начинаем строительство. Готовьте инструменты. Боюсь, готовьте его, Лориана. Ой, блин. Приближается враг. Прекрасное место. Будьте бдительны. Лучники Лориана знают. Плотнее строй. Давайте. Снести постройку. Пошли. Деньги лишними не будут. Все под деревья. Занять постройку. Я отдыхаю, но готов. Иду. Отходим. Могильные духи. За мной. Поют тетивы Лориана. А, серьезно? То есть он присел, но не исчез. Я жду приказа. Пора за работу. Постройка в наших руках. Наши дома в опасности. Все готовы к битве. Пусть свинит тетива. На Малорн напали. Стреляйте. Извини, конечно, но нет. Работа закончена. Защитим наши леса. Только прикрыл глаза. Где будем строить? Мы улучшили плавильни. Это место нам не подходит. Мы освоим эту землю. Защитим наш дом. Им здесь не место. Так, плавильни, да, я слышал. Защитим наши леса. Сюда! Отбросим! Лучники Чернолесья! Рушите здания! Давайте, давайте. Разваливайте их. Луки! Не давайте им отдыха! Берегите стрелы! За мной лесные эльфы! Враг близко! Здесь нас никто не заметит. Прикажете? Так. Пора за работу. Ну, во-первых, давай восстанавливать. Во-первых, давай восстанавливать. Не дремать. Что прикажу? Плотнее строй. Да, ребят, у вас еще нормально с башкой все нет? Пропускают тролля! Хорошо. Пора за работу. Начинаем строительство. А, он пока этого не построит. Ясно. Дошло. Луки! Я все думал, что он не создает. Проверьте луки. Не создает этот, как он называется. Не подпускайте тролля близко. Какого тролля? Плотнее строй. Меняем позицию. Хорошо. Попробуем не подпустить тролля. Вот где их логово. Раз, два, три, четыре. Ну, у этих все нормально. Сидят в обороне в такой качественной. Никого не пропускают. Готовьте инструмент. Приближается враг. Снести постройку. Лучники, сюда! Я жду приказа. Слушаю. Уже иду. Лучники Чернолесья.
Плотнее строй. Наша земля в опасности. Так, опа. А вы все, что ли, второй уровень уже? Ты, блин. Зря знаменосцев. Ну ладно, с другой стороны, пусть. Сейчас что-то с пихим сделаем, вообще красота будет. Новая броня. О, он где-то близко. Да. Деревья нас укроют. Ну. Сгущается. Голым так голым, близко так близко, что переживать-то. Лагерь врага! Время строить! Не дремать! Все готовы к битве! Уничтожьте ее! Будьте начеку! Вот они! Начали! Новая атака! Начать стрельбу! Торопитесь! За мной! Проверьте луки! Осторожно! Они осквернили наши леса! Нет, ребят, эту крепость вы так легко не возьмете. Так, кто у нас еще тут? Нет, только не стройка наша! Мы освоим эту землю! Именно так. Слушаю! Враг близко. Тьма сгущается. Да ладно, хватит, наверное. Защитите врагу, будьте готовы. Им здесь не место. Здесь были наши дома. Разваливай эту постройку к чертовой бабушке. Где будем строить? Так, что у нас есть? Это все есть, это все есть, это все замечательно. Мы победим! Истребим их под корень! Враги! Никого не щадить! Враг совсем рядом! Да фигня это все. Уничтожить! Что прикажете? Что прикажу? Прикажу тебе страшную вещь, парень. Поищем другое место. Начинаем строить! Ждем врага! Быстрее! Враг рядом! Им здесь не место! Наши дома в опасности! Стреляйте! На нас напали! Враг ряд! Все готовы к битве! Здесь были наши дома! Враг хочет отнять у нас ресурсы! И вправду хочет. Ай, сволочи. Защитим наши леса. Быстрее сюда. Ветра. Ты же строишь? Только прикрыл глаза. Защищайте постройку. Прекрасно. Осторожно. Так, восстанови-ка Малорн, вот что я прикажу. Нет, только не здесь. Враг рядом. Защити врага. Ты захвати вот эту вещь.
дом. Кстати, вот фраза про это голум. Все же слышали, да? Не я один. Ну и... А где он тогда? Если это голум. Две тысячи. Будьте бдительны. Иду. Я отдыхаю, но готов к труду. Крепость. Защитим родные леса. Это постройка наша. Враг. Защитим наши леса. Враг наступает. Рейдингу завершено. Эльфы Чернолесья. Давай, давай, давай. Я готов. Готов, так не тупи. Действуй. Будьте бдительны. Давай быстрее, ну. Постройка в наших руках. Разрушим. Готовьте инструменты. Вижу врага. Мы победим. Враг хочет занять нашу постройку. Атаку. Впереди враг! Что прикажете? Время строить! Истребим их под корень! За родные леса! Готовьте инструмент! Они атакуют Малор! Плохо! Слушаю! Я там еще не построил. Еще один. Ну нифига себе тут. Ого! Так, что-то я многовато уже, по-моему, позволил. Нормально. Они просто обошли меня. Я готов. Люблю свою работу. Работа закончена. Эльфы ждут. За мной. На нас напали. Враг близко. Не отставай. Защитим наши леса. Уничтожьте их. Здесь не место. Отнять у нас ресурс. Слушаю вас. В атаку. Им здесь не место. Проверьте луки. Им здесь не место. Давайте разваливаться тут всю нахрен. Город растет. Пора за
повержен. Люблю свою работу. Мы готовы к бою. Разрушим. Враг совсем рядом. Защитим наш дом. Здесь не наши дома. Им здесь не место. За мной лесные эльфы. Возвращаемся. Защитим родные леса. За Чернолесье. Уничтожить. Так, сейчас от этой толпы избавляемся. Эльфы ждут! Они осквернили наши леса. Мы победим! Откуда у вас деньги, ребят? Строитель в беде. Ну-ну. Строитель в беде. Ну, не скажу, что это было прям легко, но ну, ничего сложного. Не так, чтобы очень прям. Так, возврат. Где-то еще что-то есть? Так, тут победа. Я забыл уже. Здесь победа. Че, все что ли? Конец фазы. Ох, синих как загнали. Вы посмотрите, что с синими происходит. Понимаете, что они все сейчас в минус тирите сидят без армий? Они без армий, ребят. Совсем. Они, конечно, могут вот сюда рыпнуться, но это будет бред сивы кобылы. Так, это сюда. Это сюда. А эти пока сидят на месте. Да. Так, что у нас тут? Пока делается тут. Сделал тут. Делается, хорошо. Здесь делается, и здесь у нас, собственно, продолжается наша яростная погоня. Так, что-то я... Подожди. А, вон тут как, смотрите, как по-дурацки немножко. Так, это сюда. Всех распределили здесь. Мелорн. Всех распределили. А, стоп. Этих ребят. Да ладно, все еще... Ну, а, подождите. А, тут один всего отряд. А это кто? Угу. Сюда. Слушай, у тебя как дела, а? У тебя 4 отряда, блин. Давай-ка ты это, куда-нибудь выдвигайся уже. Эй, воу-воу-воу-воу-воу. В смысле? Я не понимаю, в чем этот глюк, но глюк есть и... Ладно, черт. Я серьезно не понимаю, в чем приколюха этого глюка, но... Ладно, она есть. Пусть так. Так, давайте небольшой перекур, и потом, собственно, продолжим.